Приветствую, друзья, на канале Crossout Lovers. Сегодня в обзоре у нас будет абсолютно новая кабина Master. Сразу скажу, кстати, вот эту кабину фиг куда поставишь. То есть ее вообще никак почти не воткнуть. Она такая вот приплюснутая и высокая. То есть я кое-как ее куда-то закорячил. То есть паука даже строить достаточно сложно. Хотя это кабина для легких пауков и хойеров. Но вообще я еле запихал. Вот мы с модером Фанти тут все пытались. Только у нас не особо крафты какие-то даже получились. И вот смотрите, что у нас вышло. То есть первый крафт у нас вот такой. Если делать хорошего паука, который там, ну, полноценный паук, это вот это вот просто малоумный, то там просто перевес у этой кабины. Если делать такой, то видите, что выходит. Потом идет вот такие вот ховеры. Вот этот, кстати, ховер самый нормальный, по-моему, получился. У него все пины задействованы, вот, на парсерах. Ну, и вот такой вот крафт на синусах, где спины не задействованы, но легкий крафт. Но видите, кстати, вот эта кабина, она мешает стрелять синусом, то есть надо все корячить кое-как. В общем, кабина вот, вот такая вот непонятная. Ну ладно, кое-как мы ее запихали. Давайте теперь посмотрим, как собирается у нас первый крафт на синусах. А потом поедем тестить в бой нашу новую кабину. Вот он наш крафтец. Давайте-ка поедем побыстрее нагибать на нем. Так, ну здесь на крафте, конечно, не особо классно стоит эта кабина, потому что задействовано получается только задние пины и только работать будет на одной решеточке. Передние не задействованы. Ну здесь крафт сделан вот максимально малоумным, потому что на синусах большой ом-то не поставишь. Так, кстати, перк здесь перезаряжается очень быстро. Прям очень. Так. Настреливаем, давай, есть. Погнали дальше. Пусть мне по решеточке кто-нибудь зарядит. Хотя, и мне кажется, если зарядит, то у меня все обвалится сразу. Так. Также вот хорошо эти пины использовать, но вот на как, ну, именно на пауках. На пауках хорошая броня, но паука надо собирать такого, чтобы перевес не был. Я пытался нормального паука сделать, но там, блин, перевес дикий. Вот, надо тоже что-то колдовать. Так, давайте прожмем сразу. У нас, правда, нагревается кабина. Так. Оп. Чинимся заранее, пока чувак там постоит. Ой! Вот это, кстати, мне зарядили нормально. Решетка отлетела. Так, перк быстрее давай. Решеточку починим. Давай. Есть. Прожимаем. Нормально. Так. Ну-ка, все, чинимся, давайте. Починим эту решеточку. Если она отвалится, то отвалится все. Так, все, починили. Кабина остыла, это хорошо. Идем дальше. Так. О-о-о, прихвостень, это мне по кабине нормально так будет фигачить. Я, если честно, изначально думал, что будет хпшки именно кабины восстанавливаться. Нет, тут оказывается именно по пинам все вот это вот идет. Как с оберегом. Но у берега немного другое. То есть он урон задерживает, а здесь он именно хилит. Так, давайте починим, там мне что-то зарядили чуть-чуть. Давай. Ну именно на пауков, мне кажется, лучше всего. На ховеры тоже можно эту кабину использовать. Но здесь она не так будет задействована, как на пауках. У нас третье место по команде. Едем дальше. Ну давайте во втором бою попробуем пострелять нормально. Так. Ну, весьма интересная кабина, если еще правильно задействовать, все пины задействовать и без перевеса там, допустим, паука сделать, то это вообще будет за счастье. Но это весьма сложно, я так скажу. Я тут, наверное, вообще мудрил, в итоге ничего мне не получилось. Получилось вот это в итоге сделать. Так, давайте понастреливаем, он там паучара так, с пушкарями всякими. Вот с пушкарей... Фига, это с чего мне так прилетело-то? Давайте починимся. У меня там горит уже ампер. Что-то я даже этот проглядел, что мне там прилетело. Так, ну решеточку мы сейчас починим. Он генератор
Не починим. Хотя, если бы его чуть-чуть было бы можно левее поставить, то он бы, по идее, починился. Так, и также можно вот эти всякие Аполлоны, Газгены, я не знаю, поставить на эти пины, они тоже будут чиниться. Это хорошо. Так, я тебя понял. Отъезжаем. Вот сейчас, кстати, нагрев надо убрать быстрее. Так, чувак, чувак, куда ты поехал? Давай, давай, помирай. Да, есть, зафигачили его. Так, а чё нас так мало-то в этот в бою вообще? Так, ну, кстати, кабина вот быстро она вот эту вот починку свою врубает, быстро перк перезаряжается. То есть, в принципе, можно вообще полностью детальку починить. Оп, вот это плохо, парсер. Нихуя, зараза, отбил. Парсеры это вообще, их никто не придет, мне кажется. Сейчас мы, кстати, тоже на парсерах будем пробовать крафт. Вот там, кстати, лучше всего кабина реализована, все пины стоят. Это хорошо. Так, чувак, помоги мне, пожалуйста, вон там вот этого завалить. Там сполочились. О, еще один приехал. Так, 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 отступаем. Ты что, ты с чем? Блин, ну все, я приехал. Ну-ка, починимся, да, починимся. Так, нет. У нас вообще 6 человек почему-то было. Что ж такое, это поражение? Странно. А, нет, 7. Ну ладно, у нас третье место по команде. Едем дальше. В общем-то, мне кажется, кстати, вот на этом крафте у меня не задействован ампер никак. Но, я думаю, сейчас, когда игроки докачаются до этой кабины, можно как-нибудь кто-нибудь додумается поставить, вот, например, допустим, Аполлону. У вас там, например, уже горит, все взрывается, вы берете, вы чините, просто едете дальше, наслаждаетесь жизнью. То есть это будет офигенно. Но вот на этом крафте я вот сейчас попытался, у меня вообще не получается, потому что там хойеры уже и так стоят, на соплях, можно сказать, и места не хватает, и кабину никак правее не подвинуть. Вот, то есть тут надо крафт мудрить, это капец для этой кабины. Но если у вас получится, то это просто будет офигительно, вам огромный плюс. То есть, прикиньте, генератор просто взять такой, восстановить с нуля. Вот, это вообще классно. Так, но решеточкой тоже, я думаю, нормально так можно будет. То есть вам прилетело там, допустим, с пушки какой-нибудь урон нанесся, взяли, починили и едете дальше. Так, давайте настреливаем. Ну, на хойере-то вот эти, если обычно решетки прилетят, пушка какая-нибудь зарядит по этим решеткам, то уже ничего не поможет. Они сразу отвалятся просто так. Давайте сразу врубим, если что, чтобы включить. Оп, оп, настреливаем. Так, можно починиться. Чё все союзы-то прячутся за угол какой-то? Блин, давайте фигачьте. То есть кабина весьма, ну, так-то прикольная по функционалу. Ни одной ещё только кабины нету. Так. Можно попробовать какого-нибудь паука сделать, но это нужно очень много времени, чтобы сделать хорошего паука здесь. Так, иди давай, кавказец. А, изначально думал, что там, например, по Кавказу. Ох, как мне классно зарядили, тут сейчас починиться надо. Изначально думал, вот эта кабина против Кавказа будет там, если чисто кабина только бы чинилась. Так, есть, решетку я вовремя починил. То он, допустим, Кавказ там по кабине пострелял, зафигачил, починили кабину, все. Но это было бы вообще жестко. Нет, мне хана. Мне хана, пацаны! Так, где этого хоть добить? Есть, добили, все. Ну-ка, может, еще успеем починиться? Хотя не факт. Давай, решеточку, может, почини. Давай, решеточку. Надо починить решеточку, успеть! Нет, не успел. Так, что-то нас опять меньше, да что ж такое-то? Так. Ну, в общем-то, вот такой крафт у меня первый. Давайте сейчас возьмем нормальный крафт, где там уже все пины задействованы. Мне кажется, там будет интереснее уже поиграть. Здесь уже какие-то ничего имеются. В общем-то, давайте на парсерах возьмем вот такой вот крафт. Вот он. Давайте теперь посмотрим, как он собирается, а потом поедем на нем в бой.
вот, мы уже поменяли наш крафт, сейчас у нас все задействовано, то есть хамелеон сзади восстанавливается, спереди у нас восстанавливаются лафеты. Также можно на один пин по детальке завесить, вот, то есть как-нибудь еще что-нибудь соорудить. Ну, в принципе, у меня только так получилось. И, кстати, у нас 10 косарей омов, и можно уже на такое было бы поставить 3 парстера, но кабина у нас лего, поэтому у нас 10 косарей. То есть тут выбирать придется, либо кабину ставить 2 парстера, либо... 3 парстера и кабину. Ну, здесь уже как вам больше нравится. Я бы поставил сейчас на кабину попроще и 3 парстера, допустим. Но для чистоты эксперимента мы же ездим на новой кабине. Возьмем новую кабину и 2 парстера. Так, надо вот этого чувака поджать. Чувак, тебе недалеко ехать еще осталось, так скажу. Вот я еще хойер заберем. Так, можно сейчас вперк, конечно. Ой, он мне парстер сбрил. Вот какой хитрый-то, а. На. Так, давайте починим. У нас, фига, у меня один парсер отодрал, и один уже искрится. Лафеты хоть починим. Так, хорошо, он так зарядил. Так. Ну, в принципе, я специально полез, чтобы посмотреть. Восстанавливаю. Ну, хотя здесь не особо понятно, это будет особо видно, когда вот генератор какой-нибудь защищать будет. Или вот тот же самый хамелеон, когда дымиться будет. Но этого долго ждать, я думаю, потому что хамелеон не особо урона не идет. Так, мне сейчас парсер отлетит, как всегда, в принципе, да? На, нет, не отлетит. Так, починимся, он меня там зарядил по лафетам. То есть можно вот так вот ехать бесконечно. Настрелял, свалил, починился, приехал, опять настрелял. Вот, так. Куда ты там валишь, чувак? Вот давай, туда падай, я не знаю. Так, этого ладно. С этим, я думаю, потом разберемся, если выживем. А пока нам надо хоть что-то сделать еще. О-о-о! Тут этих фигнюшек-то сколько? Так, я чувствую, мне сейчас так прилетит. Классно. Классно прилетит, вообще. Так, у меня сейчас парсер просто отвалится, да и все. Ну, я тут все, что могу, сделаю сейчас, конечно, но меня просто разберут большинством. Так. Да блин, все, отстрелили парсер, меня грохнули. То есть вот так вот поставить генератор, туда как-нибудь закорячить. Я не знаю, боезапас может даже закорячить. И чинить. Но весьма сложно. Так, давайте, челик тут у нас еще долго будет кататься, я думаю. Да? А нет, он молодец, он взрывается. Он уже понял, что ничего не может сделать. Одного челика мы завалили. Вот. Ну, если парсеры чинились, был бы вообще бомба. У нас 5-е место по команде. Ладно, едем дальше. Ну и вот, мы едем дальше на нашей новой кабине. Пока, кстати, ну, не особо это понятно. Это, наверное, понятно будет, как это вообще реагирует, именно когда уже генераторы всякие ставить будут. Вот, а так, непонятно, чинится ли это вообще или не чинится, потому что детальки не дымятся. Вот хамелеон бы так задымился бы. Пусть по нему зафигачит у них пушки. И вот мы можем, если честно, кстати, для чистоты эксперимента посмотреть в конце видео. Я посмотрю, что будет с генератором специально на этой кабине, чтобы видно было. И что будет там, допустим, не знаю, с боезапасом или еще чем-нибудь. То есть, как это будет чиниться. Вот, так что, кому интересно, кому будет нагляднее и лучше видно на генераторе, можете посмотреть. А пока мы тестим на этих детальках. Так. Да что творится-то с союзами? Вот зачем они взрываются? Я понять не могу. Сколько уже 3 челика так взорвалось? Что они делают? Уже какой бой? Ой, я не понимаю, что тут, тут постоянно творится сейчас в рандоме. Потому что, блин, каждый бой кто-то взрывается. Вот просто абсолютно каждый. Так, надо помочь. А, я уже не успею ему ничего сделать. Так, есть, я ему пушку максимум отбил. А так, чувака не успел спасти. Куда? За союза сейчас отомщу. Куда ты уехал-то там? Понимаешь, так втопил хорошо, да? Ага. Фиг тебе запал. Так. Стоять, он сейчас там еще и подорвет кого-нибудь. Это будет... Нет, он не успел. Так, ох, это я думал, это союзы. Это эти, враги уже. Так, есть. Ты с чем? Ты кто? Ты че? Я... Че творится? Так, давайте починимся на всякий случай. Там, нам, давайте быстрее, быстрее. А это миномер, понятно. Миномер, что я сказал такое? Этот, короче, минер. Миномер, это, конечно, жестко я сказал. Ох, как классно-то я разлетелся, а? О, офигенно. Я даже починиться-то не успел. Ну ладно, меня... короче, я не знаю, сейчас союзы просто, я не понимаю, что с ними творится. Смотрите, вот такое, вот такая вот жесть творится сейчас в рандоме. Как обзор делать, я даже не знаю. Капец какой-то. Так, ну все, он приехал последний.
на деструкторах и триггере. Ну давай же, помирай, все равно ничего не сделаешь. Так, у нас еще и базы там захватывают. Ну короче, это все. Он одного челика даже завалил. Ха-ха, прикол, он сейчас второго зафигачит. Вообще. Ну нет, он либо не успеет. Сейчас ему просто... Да, он не успел. Ну молодец, чувак, так бы добил. Так, ну, какое у нас место по команде? У нас второе место по команде. Едем дальше. Давайте сейчас последний бой на хойрах проедем, а потом возьмем нашего паучару. Вот. Что это он такой сделал? Зачем он так поставил? Гениально. Ладно, ладно, едем. Так. Ну, забор летает. Так. Хамелеон бы пусть мне реально задымился бы. Я не знаю, с пушки зафигачить. Вот я первый раз хочу, чтобы мне на хойре зафигачили вот хамелеон какой-нибудь. Чтобы он задымился, я бы его починил. Но нет. Когда надо, не стреляет. Когда не надо, тогда точно стреляет. Я заметил. Так, закон подлости просто. Так. Так. Да блин, да. Я понял. Сбил дроны, называется. Давайте по врагам хоть постреляем. Так, хамелеон врубаем. Так, так. Оп. Давай, давай, быстрее. Парсеры. Лезем специально, чтобы потом починиться. Так, есть, чинимся. Так, все, врубил. Как знаете, напоминает ремкомплекты в королевской битве. Вот то же самое, абсолютно. Так, только чиним мы всю машину. Ну, именно какие-то детальки. Так. Есть, починили лафеты. Наверное, еще можно починить. Потому что там мне еще урон прилетел. Пока по мне никто не стреляет, можно починиться. Нормально. Так. Да куда ты там поехал, чувак? Ну далеко ты не видишь. Все, приехал. Так. Все, кабина. Чинится у нас. Так, она дымится, так еще прикольно. Буханка так-то, кабина. Можно будет артец какой-нибудь сделать. Буханку на хойерах вообще будет зачетно. Так, у нас мы почти базу, кстати, там зафигачили. По чуть-чуть, один пункт остался. О! Не сможем мы ее захватить, походу. Так, сразу врубаем. Конечно, нагревается, то что это уже пофигу. Меня все равно зафигачили, но когда вот она, конечно, нагревается, урон больше. То есть, или этот чинится лучше всего, когда уже там, не знаю, вы где-нибудь отъехали, по вам не стреляет, тут тогда лучше чиниться. Так. Ну да. Зачем он хамелеон вообще врубает? Он последний остался. Давай, давай, помирай уже. Ну давай, догости вот этого и помирай. Не успеет опять же. Да, поражение. Вообще непонятно, что сейчас с союзами творится. У нас какое? У нас пятое место по команде. Давайте теперь соберем паучару нашего, вот этого странного, но какой получился. И поедем в бой. Вот он, паук наш угарный максимально, но какой получился. У нас 8000 омов на таком пауке. Можно без этой кабины нормального паука собрать, но большого паука не получится поставить. Если вот прям, ну, я пытался, не получается, там везде переезд. То есть это легкая кабина, как бы для паука, но переезд. То есть тут вот такая вот кабина забавная. То есть тут надо, я не знаю, как-то крафт так мудрить, строить. Вообще непонятно как. Вот. И... Я не знаю даже, какой крафт сделать-то. Вот получился только такой, без перевеса. Так. Но здесь зато все пины задействованы вообще. Тут все пины задействованы, это хорошо. Это самое главное. Я еду целых 40 километров в час. И, кстати, эта кабина легкая, но едет всего лишь она немного. 95, по-моему, километров в час максимум. То есть это как бы... Я не знаю даже, как эту кабину назвать. Это как бы легкая кабина, но она еще для пауков. Но пауков, которых легких. То есть я не знаю, как крафт на ней строить нормальный. Так,
фигачим, фигачим. Так, давайте сразу. Сразу нагрев сделаем, чтобы если что починиться. Так, так, так. Отрубаем, пусть починимся. Все, ништяк. Хорошо, что хоть с выстрела не отрубается вот это вот то, что чинимся мы. Как в королевской битве, там ремкомплект нажал, если по тебе постреляю, все, он как бы сбился, и ты не чинишься. А так, здесь это прям хорошо. Так, вон у нас. Так, я понял, надо вот этого добить. Стоим, отстреливаемся. Так, один заград отстрелили, зараза. Так, отходим. Блин, он меня в спину обошел. Так, разворот, давай, паучара. Где он там? Он убежал, вон он. Так, нас базу захватывают, это плохо. Я не доеду, так что вот этого буду отстреливать. Давай, завалим сейчас тебя. Крафт очень максимально ржачный, конечно. Да, я признаю, что этот крафт максимально странный и угарный, но... Реально, я не могу другой собрать. Так, давайте настреливаем, помогаем. Но тем не менее, я еще каким-то образом живой остался. Я не удивлюсь, сейчас у нас первый какой-то из четырех мест будет. У нас победа, и у нас четвертое место по команде. С учетом того, что у нас на одного меньше было, мы выиграли. Ладно, едем дальше. Ну, попробуем доползти хоть до кого-нибудь. Давай, супер-мега-крафт. Ползи, пожалуйста, побыстрее. Так, давай. Тык-тык-тык-тык. Ползем. Медленно, но верно мы идем к победе. Я уже чувствую этот вкус победы, хотя бой еще не начинался, ну ладно. Так, понастреливаем чуть-чуть. Ой, ты откуда взялся, чувак? Ты че? Я тебе сейчас так заряжу. Вот откуда он взялся, реально? Так, можно похилиться. Он мне сзади нормально, так детальку вот эту сейчас починим заднюю. Так, все, чиним все. Отступаем потихонечку. Я сейчас боюсь, что мне сейчас просто в спину зайдут. Да, я этого боялся, и это случилось. Так, ну все, у меня сейчас развалится, по идее. Я просто не успею похилиться. Просто-напросто. Так, я... Что-то-то похилю, не знаю, но меня перевернули, я все, я приехал. Блин, да почему постоянно вот союзы, так смотрите, их опять нету. Вот где союзы, я не понимаю, просто я никуда особо не отъезжал куда-то, их все равно всех загасили. Я не знаю, вот что в последнее время с союзами, реально. Так, ну и последний остался, да, с судьями. Да, я не знаю сейчас, что делать. Ну ладно, надо будет еще один бой проехать, интересно, какое у нас место по команде. Ну, в общем, кабина мне, в принципе, понравилась. Конечно, не нравится то, что на ней надо так, как-то крафт очень сильно именно строить, как-то за это запариваться. Но ладно. Четвертое место у нас по команде, едем дальше. Вот здесь, на этой карте, я даже доползти, наверное, не успею с союзами. Меня просто загасят сейчас. Ну, давайте, последний бой хоть надо доехать, я не знаю. Что-нибудь-то надо сделать. Мне сейчас в спину приедут просто, и все, это будет капец. Вот. Так. Ползем. Вон, я уже вижу чувака. Давайте-ка. Не достану слишком далеко. Буду спиной ехать, судя по прошлому бою. Постоянно будет в спину мне зафигачивать кто-нибудь, да? Я не успеваю просто доехать до центра. Буду ехать вот так вот. Тан-тан-тан. Едем. Не, ну крафт вообще забавный. Так. Не знаю, кто соберет нормального паука, тот вообще волшебник будет. Так, давай, ползи быстрее, ты сможешь, к союзам надо поближе. Давай, хоть пострелять в бою, что ли, я не знаю, что-нибудь-то надо, свой вклад вложить в этот бой хотя бы. Давай, ползи, ты сможешь. Есть, доползли до центра базы. Так, о, дайте хоть какой-то урон-то сделать. Кто я? О, чувак, наконец-то ты ко мне приехал, я тебя завалю сейчас, попробую, по крайней мере. Так, мистер Парсер, это тебе месть за все просто вот эти вот страдания всего рандома. Так. Ох, голявщик на урагане, это круто. Это очень круто. Так, ну мы тебя сейчас разберем. О, детальки. Куда ты меня повез? Это что сейчас такое было? Ну зачем ты взорвался? Ну ладно, мы починимся пока что.
Так, чинимся, чинимся. Хотя я теперь ехать ничего не могу делать. Но буду я базу захватывать. 28 урона. Офигеть, не встать. Так, повернемся. Где он? Еще поворот. Вот так вот будем поворачиваться. Похилимся еще чуть-чуть. Да не туда, давай туда теперь поворот. Мне кусты еще мешают. Так, настреливаем. Блин, да не поворачивайся, пожалуйста. Так. Перегрев, перегрев. У меня еще один не стреляет, причем просто генератор подорвался. Ну, пока я разворачивался, уже челика завалили, да? И опять он туда уехал, где я не сижу, да? Да. Так. Есть, загасили. В общем-то, что это за кабина? Весьма интересная кабина. У нас третье место по команде. Давайте-ка я что сделаю? Сейчас прямо поставлю раму, как и обещал. То есть вот так вот ставлю. Ой, что не ставимся? Все. Мастер ставлю новую кабину. Вот. Ставлю там, допустим, не знаю, полон, мне кажется, для наглядности. Вот. Вот эти вот пины. Вот они. Так, ставим вот так Аполлон. Ставим 4 колеса и едем к ботам. Пусть они меня расстреляют, этот Аполлон. Так. Да куда ты в улучшение зашел? Сейчас просто чисто ради эксперимента. Так, что... Как он будет восстанавливаться вообще? Так, да, кабина классная. Ну и поставим тогда фронтальное оружие. Коготь. Коготь. Вот так вот. Все, супер-мегакрафт готов. Имбокрафт просто. Новая технология. Так, давайте, я не знаю, они долго... Меня, наверное, кабину только расфигачат. Я не успею, наверное, Аполлон-то даже задействовать. Так, вы едете? Нет? Все, поехали. Давайте, в Аполлон меня стреляйте, пожалуйста. Как только они мне его расфигачат, я удалю их сразу. Так, давайте, в Аполлон, пожалуйста, прошу, стреляем. Давайте. Ну, а чего они стоят-то? Ну, в Аполлон. Так. Ждем, это как мой щит просто такой взрывоопасный. Надо, пока он, когда он задымится, я сразу отрублю. Для наглядности. Так. Да они зачем-то не по мне стреляют. Почему они стреляют, непонятно. Только там два челика, наверное. Ну-ка, поближе. Так, 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 давай, 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 давай. Полон пока держится. Эти вообще с мощным оружием таким капец просто. Выдать бы свое оружие, было бы классно. Так. Давайте. Они мне кабину больше расфигачивают, чем Полон. Ну. Давай. Вот. В принципе, он заискрился, мы дождались. Давайте сейчас отъедем. Вот. Я прожимаю наш перк. Вот он. Если что, у нас Аполлон стоит на пинах. Так. Включаем. Все, смотрите, Аполлон подчинился, вот он, видите, Аполлон у нас подчинился, как бы все работает, и это офигенно, то есть, вот самое классное, это ставить именно Аполлон боезапас, наконец-то я это проверил, хотел это давно уже проверить, но, наконец-то мы в конце видео это сделали, в общем-то, весьма интересная кабина, пока не особо понятно, куда ее и как стать, потому что, ну, у нее форма, конечно, как вы, как знаете, у мертвеца вот тоже такая же. Только не знаю, как ее ставить. Мертвец, мне кажется, даже проще ставить куда-то. В общем-то, надо будет учиться именно с этой кабиной играть, ее ставить. В общем-то, классная кабина, ее наконец-то добавили, можно ее затестить. В общем-то, пишите в комменты, как вам эта кабина. Мне она вроде как понравилась. Ну, на сегодня все. Если понравилось это видео, прожимайте палец вверх. Буду рад вашей подписке. До новых встреч. Пока.